Здравствуйте, дорогие мастерицы! С вами Ольга Иванова. В этом видео я покажу, как сделать простой и одновременно очень нарядный комплект для малышки. В этой части видео мы будем делать крученую розу. Нам понадобится лента шириной 2,5 см. Берем нашу ленточку и сгибаем ее край. Теперь начинаем скручивать наш бутон. Просто заворачиваем край нашей ленты, закрепляем пистолетом. И когда вы видите, что наш загнутый краешек подошел к концу, вы делаете поворот. Не пытайтесь полностью перевернуть ленту, просто подогните ее. И опять крутим нашу ленту вокруг бутончика. Как только вы увидите, что материал, что наш подгиб опять сужается, вот как тут, немножечко подклеиваем и опять подворачиваем нашу ленту. Самое сложное в крученой розе — начать ее делать. Это вот начало работы. Продолжаем крутить нашу розочку и следим за тем, когда опять наш материал начнет сужаться. Итак, мы подходим к концу. Сейчас мы закрепим и подогнем. Впрочем, закреплять с помощью клея вы можете тогда, когда вам удобно. Вот как вам удобно, так уже и делать. И дальше. Точно так же. Чем больше будет ваша розочка, тем легче будет идти работа. Потом вы будете просто подгибать и прикладывать. Подгибать, прикладывать. Вот видите, подогнули, переложили. Закрепили. Вновь подогнули ленту, приложили. Подогнули, приложили. Если честно сказать, я люблю часто заворачивать розу, формировать бутон по своему вкусу. То есть в этом виде розы самое важное — начать ее правильно делать. Правильно сформировать бутон, ну а затем уже просто загибаете ленту, прикладываете, закрепляете пистолетом. Если вам нужна роза меньшего диаметра, то соответственно и длина ленты может быть не 60 см, а 50 или даже 40 см. И ширина вашей ленты не обязательно должна быть 2,5 сантиметра. Вы вполне можете воспользоваться и лентой шириной 1 сантиметр. Вообще будет такая маленькая розочка, аккуратненькая. То есть все на ваш вкус. Итак, мы сделали нашу розу. Теперь нужно аккуратно закрепить ее изнаночную сторону. Обрезаем ленту. Обжигаем. Теперь обрезаем наш хвостик. Мне очень нравится пользоваться круглогубцами. Они хорошо держат ткань. Оплавляем. Теперь наносим клей на нашу ленту, которую мы обрезали. И, придерживая пальчиком хвостик, пригибая его, закрываем нашу изнаночку. Вот такая розочка у нас получилась. Это первое видео из двух. В следующем видео мы продолжим делать наш комплект. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным. Не забывайте комментировать его и ставить свои оценки. Спасибо за просмотр.